подмосковном Ликино Дулево, где жители протестуют против строительства мусорной свалки, которой руководит компания сына генпрокурора России Юрия Чайки, полицейские снова избили и задержали участников акции. Одну женщину увезли на скорой, известно о задержании как минимум 8 человек, в том числе одного ребенка. В результате избиения полиции пострадали как минимум 4 человека. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов со ссылкой на активистов с места событий. По их словам, пострадали Смирнова Галина, подозрение на инфаркт, мужчина по имени Дмитрий, сломана рука полицией, Аскерова Любовь, травма ноги. Молодой человек по имени Антон, его ударили об дерево, подозрение на травму позвоночника. Выбирают ребенка. Сажают ребенка в машину полиции. Иуды, молодцы, все. Давайте. Стыдно, блядь, стыдно. Стыдно, что делать? Отрабатываешь свои деньги, Зубков, молодцы. Александр Владиславович. Контракт горит. Блин. Делайте что-нибудь. Все, расходимся. Поможем вам? Желательно. Давайте. Она не дышит. Положите ее. Сначала мне надо посмотреть, что. Она вообще, она дышит или нет? Подложить что-то под голову, может быть. Может быть, вы не будете сами? Нет, не будем, мы переживаем. Давайте я помогу. На что, братцы? Давай. Сколько? Разворачивай только. Давай. Галь, ты дышишь хоть, Галя? Галя. Она не дышит. Дышит она, дышит. Все, быстрее давайте, быстрее. Поднимайте, Сережа. Двух сторон за серый поднимаем. Блядь, ты система, ёб твою мать, да? Thank you.